Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Олег и Тимур. Тимур, да, и сегодня мы снимаем влог, как Тимур будет собирать муравьев себе. Только... Муравьиная ферма, вообще как-то кайфа вообще нет. Наверное, вы все на YouTube увидели, что всякие люди занимаются грибами, муравьями, да. Да, сейчас я вам покажу, чтобы было лучше качество, так. Камера такая же хорошая. Не, она хорошая, но не видно, потому что из-за солнца. Да, здесь смотрите. Вот где-то ползают муравьишки. Где-то вы их, если так увидите, то... Молодцы. Вы напишите да. комментарии. Да, вы напишите, увидели вы или нет, вон Тимур. Иди умойся. Блин, хорошо. Ну, пошел умываться. Свинка Пеппа. Пеппа. Хочешь получить танки X на ссылке описания. И да, ребята, вскоре я буду разыгрывать. Ой, сейчас, подождите. И вскоре я буду разыгрывать с Тимуром муравьев, как он говорит. Да. Необычных муравьев. Королеву будем разыгрывать. И вот будет королева, муравьи, короче, все. Забудьте, что они классные. Псих. Да? Нет. Кстати, если хочешь сказать, скачать танки X, ссылочки в описании. Кстати, да, ребят, ссылка в описании. И на этот ролик, пожалуйста, прошу вас поставьте лайк. Кусики. Включи камеру. Сейчас, подождите, кто-то приехал, надо пойти проверить. Да. О. Это твой папа, конечно же. Нет. Это не мой папа. Не знаю, кому-то приехали, ребята. Ну ладно, сделал. Тюнингованный такой. Ну, и ребята, скоро я буду разыгрывать Сину. Если вы хотите получить Сина от меня именно, то, пожалуйста, прошу вас. Надо подписаться на мой Инстаграм, потом подписаться на мой ВКонтакте и нажать на колокольчик, конечно же. Да, и нажать на колокольчик. Если все это сделают, ну, первые 5 человек получат Сину. Очень классно, не забудьте. Очень классно, неплохая. Вообще крутая. Это же Тимур. И, кстати, да, вскоре, через несколько дней, у Тимура, может быть, появится свой канал, да, Тимур? Ну, наверное, да. Я буду смотреть на моих классных муравьев. Это вон там моя собачка. Ее зовут Рэм. Тора, смотри, какой огромный. Он вообще камеру не любит. Да? Рэм, камера. Камерка? Синька. Вообще, я же говорю, он не любит камеру. Ну вот. Что такое? Кабан. Он не любит камеру. Уберите камеру от меня, пожалуйста. Но. Угуляется со мной. О, Тимур полез к муравьям. Прям чужой. Чужой. Давай, иди ко мне. Чужой. Я проверю, кто это такой. Не надо. Кто там? Ой, пошли вы все в жопу. Пип. Чё? Мы живые? Да, вы живые. Люди, а если вы хотите, короче, как я гуляю свои танки? Короче, если вы хотите поиграть в танки X с Тимуром, ссылочка будет в описании. И как твой аккаунт называется? Ну,
Гуист. Ну, где-то вот. Гуист 6 или Гуист 7. Ну, конечно. Ну, 7. Гуист 7. Гуист 7. Гусим 7. Ну, короче, ну и так. Если вы хотите взять, я продаю муравьев, можете за 5 копеек, это очень нормально. Кстати. Псих, блин. Да? 5 копеек. Ну, 5 копеек нормально для людей, чтобы купить такого маленького муравьишку. В баночке причем же, потому что у меня куча баночек. И так, если вы хотите, и вы получите такую классную линзу. Да, я посмотрю на линзу. Это такая линза классная. Тут ничего не видно? Вообще. А, тут только мы видим, короче, если у нас так... Давай, я хочу посмотреть, одень ее. У меня огромный глаз. Сейчас, да. Холлый. А у меня? Ого, он тоже у тебя огромный. Классная штучка. Ой. Заверю в ушко. Причем же? А, ребята, и вскоре у меня появится руфер. Руферство на канале. Буду руферить. А, псих стоит вот он. Псих. Мои друзья, говорят, такие из X. Ссылочка в описании, что если вы забыли, такие. Все, это тихо, это резетанки. И, ребята, еще я вам хочу сказать, что следующее видео будет, как собрать Лего КамАЗ. Классный КамАЗ, наверное. С прицепом. Причем же? Ну и мы покажем, как делается сейф из Лего. Видишь, смотри, видео, как делается сейф. Он не умеет сейфы делать. Блин, ты обещаешь? Иди отсюда. Легкий. Смотрите, он меня еще будет бить. Ну, естественно. Ага, ага. Подожди, я не вижу ваши лица. Че? Я их не вижу. Люди. А, вот теперь все. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал под названием Олег Король. Не забудьте. Да, и вскоре выйдут другие влоги. Классно. Все, ставьте 50. 1000 лайков. Там, судя, не 1000, а просто 50 лайков. Все, всем пока. Всем пока.